Друзья, всем добрый день. Нахожусь в районе Раковица, в Белграде. Это достаточно отдаленный, простите, хрипло, район от центра. Район Забаново-Бордо. У нас сейчас вот такая красивая золотая осень. Похолодало. Как выглядят отдаленные от центра районы? Ну, вот Раковица, кстати, как и Баново-Бордо, оказался районом на холмах. Подниматься, конечно, не так комфортно, как спускаться. Вот, но в целом здесь тихо и спокойно. Из минусов, что прям вижу, на ходу показываю вам. Все тротуары забиты машинами. Вот тут еще тротуарчик хоть какой-то маленький есть. А так, обычно, конечно, даже идти бывает. Негде идешь по проезжей части. Это из минусов. Из плюсов тихо. Потому что ближе к центру очень оживленно. Например, там, где я живу, в районе между Звездорой и Врачером, там очень оживленно. И, конечно, с точки зрения шума, кстати, памятный подоляк, предшкольская установка. Вот, вот вам, пожалуйста, подготовка к школе. Садик такой отдельный для дошкольников есть. Как он выглядит? Вот так и выглядит. Смотрите, как здорово разрисовали. Натянули сеточку. Видимо, детки там, может быть, выходят свежим воздухом, дышат, не знаю. Но вот так выглядит подготовка к школе, садик. Какой-то салон фризерский, это парикмахерский. Ну и вот так покажу. Очень похоже на Баново-Бордо, между прочим. Вот у меня есть на канале видео. Сейчас такая прогулочка, как раз прогуляемся с вами немножечко. И посмотрим. Есть и частные дома такие, но, как я понимаю, это дом на несколько хозяев. Да, типа дуплекса. В таком виде вот я вижу, машина стоит внизу. А напротив многоквартирный дом, но не высотный. Сколько получается? 5 этажей. Вот такой дом. Красивая, конечно, осень. Вот только сейчас, в последних числах ноября, деревья стали желтеть и листики опадать. Сейчас перейду на ту сторону. Вот тут еще есть парковка, да, потому что в центре прям с парковкой, ну, ближе к центру, окей, ближайшие районы к центру, а там с парковкой, конечно, прям беда, а здесь как-то получше. И тут даже вот тротуарчики есть очень приличные. Да, ну, соответственно, добираться до центра подольше. Школы и сады, наверное, здесь, конечно, лучше искать. Но я так смотрю, я прошла, ребят, уже 2 сада для малышей и 1 предшкольскую установку. Вот она. То есть, в принципе, подыскивать, если вы с детками, рядом со школами и садами место возможно. Знаете, очень уютно рядом с домом. Вот тут я нашла и пекаря вот под зеленым козыречком. Прям, ну, очень мне нравится, очень тихо. Это я, наверное, своего райончика. Наверное, я мне скучаю по тихой улочке. Какая же красивая осень. Ребят, еще раз, район Раковица, Забаново-Бордо в Белграде. Немножечко вам показала сейчас. Буквально здесь нахожусь по делам, по съемкам, будем тут снимать. Сейчас делать к эфиру пробные съемочки. Вот. Если какие-то вопросики у вас еще будут, пишите под видео.